Вот, на Сириус. Я слышал, вы по молодости в какой-то панк-группе играли. Да, у нас была группа «Основы бесполезной жизнедеятельности», ОБЖ, короче, блядь. Ну, мы начали играть, нам было по 13, наверное, блядь. Заход мы раскрутились, блядь, я на ударных ебашил. Там Мартын, блядь, короче, вокалистом был на гитаре. И, короче, блядь, еще один на басухе. Ну, они менялись постоянно, блядь. А это самое, кто группу вообще придумал? Ну, как бы группу мы решили с Мартыном придумать. Ну, а название кто придумал? Ты? Не, ну, типа под гражданской обороны закос. Можешь что-нибудь воспроизвести из стихов вашей группы? Нет, ну там как бы вот песня, которую я написал, допустим, ее за 2 недели до сейшна. Сейшн назывался «Этот мир». Я не помню, в каком году он, короче, блядь, был. Но мы там заняли, короче, 2-е место по области мы заняли. Это вот в Орле, по Орловской области? Да, в ДКЖД, короче, был этот сейшн. А что это так? Как назывался сейшн? «Этот мир». Я сейчас напою это самый текст песни, но я хочу просто рассказать. А посвященный чему этот такой был? Просто рок-фестиваль. А, рок-фестиваль. Я думал, там. Ну, он, короче, проводился. В общем, этот фестиваль, короче, блядь, перед сейшном в юбилейном. Туда на юбилейном отбор был. Если на этом сейшне победишь, туда можно не конкурса был пойти. И мы там сыграли. Хорошо сыграли. Ну, 2-е место, если. Ну, напой, конечно, давай. Мы, короче, база у нас была, мы играли на рабочем у деду, мы его в частном доме ебашили. Колонки там стояли с 90-го, селок, короче, блядь. Ну, микрофон, установка РМИФ стояла, блядь. Ну, нормально. Дед даже когда, ну, раз, блядь, говорит, я ухожу, типа, блядь, к Шурке спать, к сестре рядом жила. А там облокается на холодильник и слушает, а у нас дверь приоткрыта. А мы начинаем всякую хуйню там играть, и он съебывался, блядь. Дети соседские там на сарае на крыше слушали нас около фоточки, блядь. Репетиции, прикинь, делали. Короче, блядь, когда, блядь, это самое, там, допустим, вместе тусовались, посидеть, чтобы нам на репетиции присутствовать, там пиво просто с нами попить. Да хуя народу было, там толпами ходили. Ну, играли. И вот на сейшне я, короче, написал песню. Ну, как все происходило, не надо, наверное, говорить, подбор этому к сейшну. Ну, да. Говорить? А, ты со своей песней победил? Да. Вот эту песню, которую сам да, сочинил? Да, я сейчас, я куплеты сейчас нахуярю. А, ну давай. Не, на гитаре я знаю, на гитаре просто нет, блядь. Короче, этот мир. Я вот сейчас стихами скажу. Грязные черви лезут везде, ржавый закат горит по стране, атомный бог гнев распустил, ядерный вирус на землю пустил. А припев, этот мир! Вот это я первый куплет напел. Остальные потом мы запишем, блядь, я думаю, в ближайшее будущее. Ты будешь альбом писать? Да, ну можно хотя бы вначале одну песню сделать, попробовать. А как группа будет называться? Как бы лорд Насириус сказал, что группа будет называться «Грузчики». Название такое нормальное, будешь грузить всех. Могу стих один свой рассказать, ну-ка, но он там похож, короче. Загрузи. Не, он, короче, типа похож на пушкинский, там чем-то. Ну давай, похож. Давай, короче, это опять. Про весну называется. Давай. Пришла весна и оковала цепями землю русскую. Цепи нам подарила пышное солнышко блестящее. Виднулись птицы из-за моря на старые свои места. Рачнительность очнулась вдруг, не утомя свой странный дух. И все равно весна в России прекраснее всех вокруг. Мне его, я на уроке сказал в 9 классе, сказал по литературе, я Пушкина читал. Мне 5 поставили, блядь. А что, знаешь, какие стихи? Блядь, у меня тетрадки сборник, блядь. Вот у Баталяна...